Анна приехала на шопинг с детьми. Пока дочь и сын заняты, мама сможет спокойно пройтись по магазинам. Здесь очень комфортно, и детские как бы площадки, игровые комнаты для детей есть. Мы еще ходили на батуты, прыгали, даже я вместе с ними. 10 тысяч квадратных метров занимают только площадки для отдыха. Весь же центр более 80 тысяч квадратов. Свыше сотни российских и международных брендов предлагают товары как для детей, так и для взрослых. Магазин очень хороший. Здесь представлены практически все любимые мои марки, поэтому, не задумываясь, еду сюда. Торгово-развлекательный центр «Тюмень-Сити-Молл». Этим летом «Тюмень-Сити-Молл» признан лучшим крупным торговым центром России по версии престижной всероссийской премии CRI. Это профессиональная премия в области коммерческой недвижимости. Официальный приз – золотой кирпич тюменцы уже привезли домой. Он полностью повторяет очертания своего строительного собрата, только покрытие 24-каратное золото. На самом деле тяжелый, он весит точно больше килограмма. Я этому очень удивлена на самом деле. Вот, я горжусь тем, что он у нас есть в Тюмени. Здесь можно провести время с пользой для всей семьи, купить продукты, собрать в школу ребенка, выиграть автомобиль и ощутить суперзвук в новом кинотеатре. За короткий срок центр завоевал сердца сотен тысяч горожан. Тюмень-Сити-Молл единственный в регионе удостоен премии «Лучший крупный торговый центр России».